Один из предложенных проектов Ельбасы – создать антологию степного фольклора. Кроме того, предлагается выпустить сборник «Древние мотивы Великой степи» – коллекцию значимых произведений, созданных для традиционных казахских музыкальных инструментов – кобызы, домбры, сабызгы, сасарная и других. Внедрение современных технологий оставляет позади интерес к музыкальным инструментам. К примеру, игра на домбре. С помощью интернета все становится доступным, поэтому нельзя допустить, чтобы главные ценности отошли на второй план. Мы должны сохранить молодежи тягу к национальному искусству. Как отмечает лидер нации, Великая степь подарила миру всадническую культуру. Корреспондент из Буландынского района Жайнарбек Зандыбайулы отмечает, что в истории казахов это целая эпоха, которая начинается с одомашнивания лошади. Одомашнивание лошади дало нашим предкам немыслимое на тот период превосходство, а в планетарном масштабе произвело крупнейшую революцию в сельском хозяйстве и военном деле. Программный документ первого президента страны «Семь граней Великой степи» заставляет задуматься о многом. Я считаю, что реализация каждого пункта статьи повлияет на мировоззрение не только казахстанцев. Сегодня пришло время подумать о том, какое место мы занимаем в мировой истории. В программном документе Нурсултан Назарбаев обосновал стремление Казахстана войти в тридцатку развитых стран мира. Нельзя забывать о том, как повлияли наши предки на развитие страны в целом. Зарина Дюсекеева, Айгуль Мырзакулова, Ермек Махметов, Кокши Акпарат.